Всем добрый день. Знаете, хотел порассуждать о таком вопросе. Правильно или нет, что, грубо говоря, кухня находится в офисе? Вообще, первое время, когда только компания начала развиваться, я был противник этого, серьезно. Мне казалось, что зачем там кухня нужна, смысла в этом нет никакого. Вот. Но с течением времени все поменялось. И вот сейчас, когда мы, сейчас вот нашем IT-подразделении все уже планировали, прям убедили меня сделать большую кухню. Часто собираются, играют в игры. Я прям сам видел там угадайки различного рода, имагинариумы и так далее, мафию. Вот. Здесь такой бар, он тоже, кстати, востребован. Там, кстати, какой красивый рассвет, между прочим. Можно посмотреть. Вот реально красиво, наверное, так хорошо кушать можно. Вот микроволновки, естественно, сделали много. Столы и маленькие есть. Но понятно, что сейчас, когда эра Яндекс.Еды, если раньше нужно было с кем-то договариваться, знаете, сейчас есть Яндекс.Еда, и вообще нет никаких проблем абсолютно. Любой сотрудник может заказать там. Ну, как правило, дома несут. Посмотрите, тут холодильник, вы можете посмотреть. Вот все заранее приносят, я так понимаю, холодильник кладут здесь. И потом достают и едят. Тоже нормальный вариант. Понятно, что так намного дешевле, но это надо с пониманием, что тут все уже разрисовали, естественно. Мало кто знает, я сам ни раз в жизни кофе не пробовал. Вот. Чай уже лет 5 тоже не пробовал. Потому что я сам пью только воду всегда. Вот. Я считаю, что это правильно. Вот. Но мало ли что я считаю, да, каждый, у каждого своя жизнь, поэтому здесь вот так. Все, тут сразу же, здесь холодильник есть. Ну так, в принципе, удобно, комфортно. Расцветка, кстати, приятная. Еще плюс какой? Здесь высота потолков 4 метра. Самая современная система вентиляции, прям по всем стандартам, поэтому, тут, знаете, ну прям вот комфортно-комфортно. Ну здесь по всем офисе вот так. Вообще считаю, что надо больше внимания уделять именно вот таким вот мелочам на рабочем месте. Мне кажется, это тренд, и мы постараемся вот нашей новой концепции, это же офисы, которые будем делать, чтобы сотрудникам было очень удобно и комфортно. Вот, поэтому вот так вот. Всем удачи!